Сотрудники уголовного розыска МВД России по Ленинскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в вандализме задержали двух местных жителей в возрасте 19 и 20 лет. Девушки разбили светящиеся стеклянные буквы на стеле «Я люблю видное», расположенное в микрорайоне Солнечный. Правонарушительницы пояснили, что повредили городское имущество, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Зачинщиком был знакомый наш, поэтому он что-то вскользь сказал, так как мы были нетрезвые, далеко не трезвые, мы так решили нарушить. Осознали свою вину? Да. Я хочу попросить прощения за то, что нанесла материальный ущерб, в первую очередь, нашему городу. В отношении девушек дознавателям отдела дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.